страшно, но не ваши личные. Не ваши личные. Значит, Максим Викторович для вас не авторитет. Я говорю, не ваши личные интересы. Не ваши. Вы не утрируете. А я не утрирую. Утрируйте именно. Руководством Василия Вячеславовича. Я вхожу в эту группу. Правда? Да. Вот Василий Вячеславович. Но вы представляете сейчас свой интерес. Но не нет. За работами, которые... Да, Сейчас мэр города дал такое вам указание, а вы не хотите работать со мной. Чуть-чуть внести, поясни. Вы не хотите работать, вы хотите выполнять указание мэра. Давайте послушаем, пожалуйста. Вы знаете, ситуация какова? Мы пришли разводить дебаты в этом плане. Если у вас есть какие-то проблемы, в правовом поле их решайте. У нас задача одна. Вы видите, что парк сейчас практически разбит на две территории. А где осталось старые деревья и где есть новые. Мы, как подрядчики, даже в себе в убыток пойдем на все. Но у нас держат вот эти дебаты. Мы уже давно извинились. Поэтому решение нужно принять сейчас. Не потому что здесь, я вам как строитель говорю, здесь все нормально. Вот по тем деревьям. Вот что нужно сделать. Давайте пройдем туда. Пройдемте. Здесь все нормально. Одно. Еще боятся. Здесь работа вокруг. Вокруг. Тут ничего не получится. Там люди.